взята за основу рок-н-ролл, то есть классический рок-н-ролльный квадрат, та незатейливая музыка, которую играл Билл Хейли, Элвис Пресли. Ребята, контрабасик такой. Да, контрабас, гитара, то есть ничего лишнего, рабочий барабан и минимум тарелок. И все остальное, то есть это подача самих музыкантов и харизма, собственно говоря, всего коллектива в целом. Это музыка в каждом из нас. Рок-н-ролл играй. Да последний раз. Рок-н-ролл играй.